В Узбекистане с 1 апреля в пунктах вакцинации в Ташкенте, Нукусе и областных центрах стартовала вакцинация лиц старше 65 лет и медицинских работников, которые находятся в группе с высоким уровнем риска заражения коронавирусом. При этом в стране намерены провакцинировать 4 миллиона человек за 3 месяца. По расчетам, около 7-8 миллионов человек в Узбекистане нуждаются в вакцинации. Из них около 4 миллионов человек в первую очередь. Это прежде всего люди пожилого возраста старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, у которых есть больший риск развития осложненных форм коронавируса, а также медицинские работники, учителя, сотрудники дошкольных образовательных организаций и сотрудники правоохранительных органов. На первом этапе вакцинация будет охватывать именно эти категории населения. В стране подготовлены 3138 пунктов вакцинации. Они базируются в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках. Процесс вакцинации будет продолжаться 3 месяца с апреля по июнь. По сообщению пресс-службы Алмалыкского хакимията, с 1 апреля Алмалыкское городское медицинское объединение начало массовую вакцинацию от коронавируса. На первом этапе вакцинации в Алмалыке будут привиты 11 500 человек. Накануне Алмалыкский отдел санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья доставил 11 500 доз вакцины AstraZeneca, 8 485 доз для второго этапа вакцинации и 2 828 доз вакцины ZFU-SVAC-2001 для третьего этапа. Также были привезены и переданы в пункты вакцинации при поликлиниках медикаменты и оборудование, необходимое для вакцинации. 1 апреля в семейной поликлинике, расположенной по улице Улугбека, 51, началась вакцинация горожан в возрасте 65 лет и старше, а также медперсонала. Хаким Алмалыка Кабил Хамдамов в качестве примера одним из первых получил вакцину от коронавируса, сообщает информационная служба Алмалыкского хакимията. Аллерги чакрады и наслаги микрос, шырынрек, йоуа нарса, ачык мунгумас. У горожан и медицинского персонала после вакцинации побочных эффектов не наблюдалось. Вакцинация продолжается.